Всем привет! Я Екатерина Кононова, девчонки. Сегодня мы с вами заканчиваем нашу программу тренировок, которая состояла всего из 4 тренировок. Это был 12-дневный цикл. Помним, что восстановление у нас после каждой тренировки в течение 2 дней. Сегодня 4-я тренировка, и кто не прошел 1-ю, 2-ю, 3-ю, я добавлю все ссылочки в описании. Пожалуйста, начните с 1-й. Это важно, потому что все нюансы программы, то, как мы работаем, то, как мы восстанавливаемся и как построена вообще наша программа, я рассказывала подробно на 1-й тренировке. Сегодня мы проработаем очень классно верхнюю часть тела и в конце еще не менее круто проработаем мышцы пресса. Будет 4 упражнения, 4 суперовых упражнения, которые максимально проработают поперечную мышцу, а эта мышца, она отвечает за плоский живот и за тонкую талию. Сейчас я быстро пробегусь по технике упражнений основной части, это верхняя часть тела, а уже непосредственно после основной части, когда мы перейдем на мышцы пресса, я буду проговаривать каждое упражнение и выполнять его сразу же вместе с вами. По прессу, по технике будем уже в конце разбираться. Сейчас вверх. Так, у нас с вами будет 4 круга, 4 раунда. Первое упражнение – это отжимание от пола. Помним, как всегда, у нас с вами угол 45 градусов. 45, ну, максимум 60-75, не больше. Это важно. Это правильная техника. 45 градусов отжиманий. И при этом ваши лопатки должны быть стабильны, то есть они должны быть приведены и опущены для того, чтобы максимально задействовать потенциал широчайшей и грудной мышцы, вам необходимо стабилизировать лопатки. То есть лопатки приведены и опущены. И получается проекция плечевого сустава у нас идет вот на эту точку. То есть мы как бы немножечко как бы накрываем руки. Немного накрывая руки, проекция плечевого сустава, ну, на середину ладони, наверное, даже на середину, ну да, на середину, если вот она, наша ладонь, без пальцев, смотрим без пальцев, вот сюда, даже вот в жимах, как вот, как держат штангу в жимах, вот, проекция штанги здесь. И точно так же в отжиманиях. Лопатки приведены, опущены, помним. Давайте технически все сделаем правильно, опускаемся вниз и с выдохом вверх, вниз. И с выдохом вверх. Отлично. 12 повторений. Тут же мы с вами делаем жим. Помним хват. Сгибаем руки в локтях. Касаемся большими пальцами наших плеч. И это ваш хват. Не тут, не тут, не тут, а вот здесь. Разворачиваем ладонь в ладонь. И начинаем толкать гантели вверх. Еще для того, чтобы максимально почувствовать нажимы дельты. Ну, возможно, у кого-то не получается почувствовать, возможно, у кого-то там не такой большой вес, какой бы ему хотелось взять. Вот. Такая, так, даже это не техника, это, наверное, ментально нужно представить. Представьте, что вы не толкаете гантели вверх, а как будто бы вы отталкиваетесь от гантель. Вот как будто вы отталкиваете себя от гантель. Вот почувствуйте, попробуйте. Гораздо больше чувствуется дельта, когда в мыслях вы отталкиваете себя от гантель. Не просто толкаете гантели вверх, а отталкиваете свое тело от гантель. Попробуйте. Так, следующее упражнение – это отведение плеча. Помним, также лопатки приведены, опущены, тонус нижней трети живота. Стоим ровненько, не заваливаемся. Начинаем отводить слегка супинированным плечом, отводим. Отводим вверх. Смотрим вперед, но при этом мы видим кончики пальцев и края гантель. С выдохом. Супер. И стараемся прям дельтой тянуть. Даже с минимальным весом 2 килограмма можно классно почувствовать дельты и проработать их. Следующее это... Здесь было у нас отведение, сейчас будет приведение плеча. Приведение плеча. Ложимся. Руки на уровне груди, локоть мягкий, смотрит в сторону.
Отводим руки. Задержались на несколько сантиметров от пола, не касаемся пола, растянули грудную и с выдохом свели. Свели. 20 повторений. У нас получается 12 отжиманий, 20 жимов вверх, 20 отведений плеча стоя, 20 приведений плеча лежа. Далее мы с вами делаем пуловер лежа. Здесь уже у нас с вами на пуловере. Если на всех упражнениях у нас главная наша задача помнить о лопатках, что они у нас приведены и опущены, стабилизация лопаток, то здесь у нас уже лопатки нестабильны. У нас лопатки идут за весом, за руками. То есть мы легли и начинаем. Тянемся лопаточками вверх, 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 вверх. И вместе с лопатками приводим руки в исходное положение. С выдохом. Пуловер. И тут же мы с вами делаем приведение плеча от периферии к центру. Также 45 градусов у нас угол. Не приводим к торсу. И высоко не поднимаем. Также стараемся тянуть дельтами. Супер! Это последнее упражнение. И у нас с вами 4 круга. И тут же мы с вами начинаем работать над мышцами пресса. Будет, правда, очень классный комплекс. Возьмите его на заметочку. Я, может быть, даже как-то вырежу и сделаю его в качестве отдельной тренировки. Я опубликую его в качестве отдельной тренировки на мышцы пресса. Вот. Так сказать, убью двух зайцев. На одной тренировке сделаю сразу две. Это будет по программе, и плюс отдельно будет мышцы пресса. Так. Все готовы? Начинаем работать? Сделали пресс-стретчинг? Обязательно сделайте пресс-стретчинг. И мы начинаем с вами трудиться. Думаю, сегодняшняя вся тренировка будет проходить в зоне жиросжигания. Хотя, возможно, на отжиманиях, потому что это многосуставное упражнение, мы будем переходить и во вторую зону интенсивности. Поехали? Поехали. Давайте 12 отжиманий. И тут же 20 жим. Лопатки стабильны, помним, приведены, опущены. И поехали. Сделали 12. Жим 20. Помним, толкаем себя от гантель. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10, еще 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Круто! Чувствуете дельты? Думаю, что вы чувствуете дельты. Поехали! У нас с вами сейчас будет отведение плеча. Лопатки приведены, опущены. Тонус нижней трети живота. То есть животик у нас подтянут. Смотрим вперед и поехали! Раз, два,
Три. Супинируем плечо. То есть разворачиваем слегка. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Тянем дельтами. Девять. Десять. Еще десять. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Супер. Ложимся. Ложимся. И выполняем приведение плеча лежа. Так. Локоть мягким. Смотрит в стороны. И поехали. Задержались, растянули грудную мышцу. И с выдохом. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Чувствуете тепло в груди? Грудной мышцы. Восемь. Девять. Растянули и десять. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Супер. Тут же делаем пулловер. Две гантели. И поехали. Вверх. Лопатки тоже идут вверх, вверх, вверх. И раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Еще десять. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Супер. Встаем у нас. Приведение от периферии к центру. Поехали. Такой импульс. И вытягиваем дельтами. Два. Три. Четыре. Пять.
6, 7, 8, 9, 10, еще 10. Стараемся. Раз. Тянем дельтами. Два. Не спешим. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Круто. 10, даже с таким весом. Очень классно чувствуется дельты. Супер, это был первый круг. Сейчас мы немного потянем мышцы, над которыми работали, для большей активации. В целом я делаю так после каждого упражнения. Мы сделали круг, и сейчас быстренько все потянем и пойдем на второй круг. Слегка потянем. Это мы тянем сами заднюю дельту, то есть прямую руку приводим к себе через сторону и немного потянем заднюю дельту. В каждой позе 5-10 секунд, этого вполне достаточно. Это в большей степени активирует мышцы, над которыми мы трудимся. Вторую ручку. Мне тут неудобно. Микрофон мешает. Супер. Хорошо. Переднюю дельту и мышцы груди. Большими пальцами назад. Тянем. Дыхание мы не задерживаем, у нас все комфортненько, мы дышим спокойно. Заднюю дельту потянули, сейчас переднюю, грудь. А кто знает, как потянуть среднюю дельту? Мало кто знает. Сейчас буду делиться суперсекретом. Среднюю дельту ставим ровно. Ладони у нас смотрят вперед. Смотрят вперед, вперед, говорю, смотрят назад. Обнимаем себя. Ладонь у нас теперь смотрит от нас, получается. Не вот так, не выворачиваем никак суставы. Вот положили ручку. Ладонь смотрит назад. Локтиком тянемся в пол. Получается, мы тянем локоть в пол. И помогаем себе, наклоняя голову в обратную сторону, противоположную. И надавливаем слегка на голову. Вот так мы с вами потянем среднюю дельту. Это тяжело сделать, но возможно. Давайте потянем среднюю дельту. Очень круто тянется. 5-10 секунд вообще достаточно. И другую сторону. Ладонь смотрит назад. Обнимаем себя. И локоть в пол. Помогаем себе. Голову наклоняем в противоположную сторону. Надавливая на макушку. Тянется? Должна тянуться обязательно. Супер. И сейчас мы потянем мышцы спины и начинаем наше отжимание. Так как в этом упражнении, в отжимании стартует у нас широчайшая мышца спины, классно потянуть мышцы спины и в течение 10 секунд приступить к отжиманиям. Это в большей степени задействует потенциал широчайшей мышцы. Ручки в замочек перед собой. Наклоняем таз. И тянемся вперед. Я знаю, что это смотрится так не особо красиво, но я даже делаю это в зале, и мне все равно, кто как на меня там смотрит. Лопатки приведены, опущены. Тянем мышцы спины. Теперь в сторону. Точно так же. И в другую. Супер! Мы готовы. Давайте поехали. Второй раунд. Отжимания от пола. Помним, лопатки приведены, опущены. Угол 45 градусов. У нас 12. Отжиманий от пола. Немного накрываем свои ладони. Проекция плеча вот на эту зону.
Я думаю, видно, надеюсь. Поехали. Сделали. Девчонки, еще забыла сказать, не все же метод жматься, классика, да, опора на кончики пальцев, на ладони от пола. Если вы новичок, ну, я думаю, новичков, наверное, тут уже нет, четвертая тренировка, но вообще в целом, начинают отжиматься от стены. Дальше. От какой-то возвышенности, ну, допустим, от столешницы, от стола. То же самое. Встали и начинаем отжиматься. Третий вариант. С опорой на колени. То же самое. Только попу не топырим. Не так отжимаемся. Держим положение. Изгибы спины сохраняем. То есть у нас что с вами? Лордоз, кифоз, лордоз, то есть шейный лордоз, грудной кифоз, поясничный лордоз. Мы их сохраняем, не выпячиваем попу, не горбатимся, у нас ровненько, планочка, и поехали. И дальше уже, конечно же, классика с опорой на носочки. Рассказала, надо было вначале рассказать, я забыла. Поехали, жим, 20 повторений. Помним, толкаемся себя от гантель. Включаем больше дельты. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Супер! Отлично! Далее у нас идет отведение плеча. Помним про стабилизацию лопаток. Поехали! Супинируем плечо сразу. Смотрим вперед, но видим края гантель и большие пальцы. 2, 3. Вытягиваем дельтой. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отличненько. Ложимся на коврик. У нас с вами приведение плеча. Поехали. Локтик мягкий. В стороны. И мы растянули. И сократили. Растянули. И сократили. 2, 3. На уровне груди. 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, еще 10. Растянули. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь, девять, десять. Супер, отлично. Отлично, сделали. И почему я встаю, непонятно. Потому что у нас следующее — это пуловер, также лежа. Поехали, пуловер. Лопатки идут вверх. И возвращается в исходное. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Еще. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Отлично. И идем на приведение плеча от периферии к центру. Поехали. Тянем дельтами. Два. Не спешим. Три. Четыре. Пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять, раз, два, три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Супер! Отличненько! Мы с вами закончили второй раунд. И, кстати, у меня пульс 119. Хотя, вроде бы, ничего такого сверхъестественного не делаем, но пульс у нас в зоне жиросжигания. Я, как всегда, пью БЦАшку.
Ссылку на БЦА тоже добавлю в описании под этим видео. На пресс-стретчинг в описании будет ссылка, которую нужно выполнять перед каждой тренировкой. На первую, вторую, третью тренировочку будут в описании ссылочки. На БЦА. Ну, еще всякие полезные ссылки я добавлю в описании под этим видео. Так, сейчас опять немножечко потянем мышцы и пойдем с вами на третий круг. Давайте. Дельты потянем. Заднюю. Другая рука. Вообще очень классно внедрять простые растягивающие упражнения в тренировочную программу. То есть не только перед тренировкой делать пресс-стретчинг, но и внедрять саму тренировку. Тем самым активируя в работу большее количество мышечных волокон. Новичкам вообще это просто совет. Такой очень даже классно и эффективно для того, чтобы активировать больше мышечных волокон. Так, сейчас мы с вами тянем переднюю дельту и мышцу груди. Пальчиками большими тянемся назад, раскрываемся. Хорошо. Среднюю дельту обнимаем себя, ладошечка смотрит назад. Тянемся локтиком вниз и помогаем себе, наклоняя голову в противоположную сторону. Тянем, тянем. Классно очень чувствуется средняя дельта. Отлично, меняем. Локтик в пол. И тянем, тянем, тянем. Супер. Сейчас мы тянем мышцы спины и сразу же приступаем. Идем с вами на третий круг. Помним замочек. Лопатки приведены, опущены, подкрутили. Таз наклоняем, получается. И тянемся. Лопатки опущены. Отлично. Давайте в одну сторону. Дыхание не задерживаем. Дышим ровно. И в другую сторону. Опустите лопатки. Тянем. Отлично. Поехали. Третий круг. Отжимания. Теперь стабилизируем лопаточки. И у нас 12 отжиманий. Поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Раз. Два. Супер. Жим. Толкаем себя от гантель. Поехали. Еще 10.
Супер. Сделали. Мне кажется, дельты уже поналивались. Поехали теперь. Ну, даже вышла уже с первой зоны. Дельты будут расти, значит. Пошла у нас уже вторая зона интенсивности. Это зона окисления и зона гипертрофии мышц. Три. Лопатки приведены, опущены. 4. 5. 6. 7. Тянем дельтами. 8. 9. 10. Не спешим. 1. 2. Смотрим вперед и видим края гантель. 3, 4, 5, 6. Плечо супинировано. 7, 8, 9. Еще разочек. И 10. Супер, ложимся. Ложимся, у нас приведение плеча, и не встаем, у нас будет пуловер. Это я даже в большей степени для себя говорю, потому что в прошлый раз я забыла. Поехали. Руки на уровне груди. И раскрылись, растянули грудную. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. 10, еще 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Отличненько. И, ну вот опять, вы видите? Сказала себе, сама повторила и все равно встала. Поехали, пуловер. Да мне просто хочется потратить лишние 2 калории. Встала, села. Поехали. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Десять, девять, восемь, семь,
6, 5, 4, 3, 2, 1. Теперь встаем. Теперь можно. Встаем и делаем приведение плеча от периферии к центру. Поехали. Тянем дельтами. Раз. И не спешим. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз. Не спешим. Два. Три. 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Супер! Сделали. Третий круг мы с вами сделали. Отдыхаем. Делаем растягивающее упражнение и переходим на последний, четвертый круг. Сейчас многие девчонки, раньше, да, помните, как мы с вами делали, мы тренировали ягодицы, и все с вами качали пресс, причем качали прямую, закачивали. Вот сейчас многие, смотрю по залу даже, по девчонкам, что многие уже делают более такой выраженный акцент на верхнюю часть тела. Мне очень нравится легкий рельеф мышц рук. Но мне кажется, это очень красиво. Кто-то говорит, ой, фу, мужик. Не, ну, понятное дело, во всем должна быть мера. Я не хочу себе там какие-то супербанки. Но классно, красивый рельеф. Мне кажется, это очень так спортивно выглядит. Особенно летом, в майке, когда загорелое тело. Это очень круто. Ну и нет там висящего трицепса. Все подтянуто. И должно быть все обязательно, конечно же, в меру. Супер накачанных рук я не хочу. И мы с вами не накачаем здесь на этой тренировке там какие-то супербанки и суперплечи. Красивую капельку, красивую дельту накачаем, сделаем. Но он там не супер, пока Бэтмен или как называют девочек, которые любят супер прокачать верхнюю часть тела. Такого не будет. Ну что, начинаем растягивать. И переходим на четвертый круг. Начинаем, конечно, мы с вами задние дельты. 5-10 секунд вообще с головой. Вообще так же, чтобы максимально активировать ягодичную мышцу, тоже нужно делать определенные растягивающие упражнения. Но не все сразу. Возможно, скоро запишу видео на тренировку на ягодичные, с активацией, с подводящими упражнениями. Просто я вот смотрю, записала первую тренировку, да, ее так классно смотрели, вот этой программы. Вторую тренировку так уже как-то вяленько смотрят, думаю, третью, наверное, совсем никто не будет смотреть, а четвертую и типа подавно. Потом думаю, зачем я тогда делала каждые 2 дня, ведь я могла публиковать тренировку раз в неделю, но хотелось, чтобы вам сразу досталась вся программа. Почему-то они смотрят, не знаю. Я, конечно, просила на прошлой тренировке поставить лайк, поделиться тренировкой с друзьями, для того, чтобы были просмотры, для того, чтобы мне хотелось трудиться, хотелось делать. Просто когда я вижу просмотры, вижу лайки, вижу, что это надо, что это нравится, и мне хочется идти дальше. А когда вроде бы отдаешься, а взамен как-то не получаешь того, чего я ждала, я думала, так будут просмотры, будут смотреть, я буду тренироваться, но как-то по первой да, а потом как-то вяленько. Вот.
Я думала к лету записать еще какую-то такую же программу, которая будет состоять также из 4 тренировок, и теперь думаю, надо ли вообще это делать, потому что мало кто смотрит. Начинается снова ремонт. Ну, здрасте. Так, давайте. Мы потянули грудную и переднюю дельту, тянем среднюю. Тянем локтиком в пол. Только не сверлите, я прошу вас. Уже почти час. Уже дети скоро будут ложиться спать, поэтому вообще нельзя шуметь. Так. Классно, очень классно тянется средняя дельта. И давайте спиночку. Подкрутили таз. Лопатки опустили. И тянемся. Давайте в одну сторону. И меняем сторону, в другую сторону. Отличненько. Все. Идем с вами на четвертый круг. Отжимания. Стабилизация лопаток. Тонус нижней трети живота. Слегка накрываем ладонью. Проекция плеча на вот эту зону. Поехали. Сделали. Жим. Жим, жим, жим. 20 повторений. И поехали. Толкаемся от гантели. Раз. Два. Три. Четыре. Восемь, девять, десять. Еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь, девять, десять. Я стала боком, чтобы показать, что гантель у нас идет, как получается, во фронтальной плоскости. Она идет во фронтально-фронтальной и переходит в проекцию над плечевым суставом. То есть мы толкнули и поставили гантель над плечом. С фронта. Так, сделали. Отведение 20. Супинируем плечо. И поехали. Лопаточки приведены, опущены. Помним. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Тянем. Семь. Восемь, тянем дельтами. Девять. Десять. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь.
9 и 10. Супер, просто дельты горят. Ложимся. Ложимся, у нас с вами приведение плеча. И поехали. Локтик мягкий. Открылись. Задержались на секунду. Растянули мышцу. Сократили с выдохом. Растянули. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Пуловер. Поехали, пуловер. И лопаточки идут вверх, 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 вверх. И в исходное возвращаем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Еще десять. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Встаем. И делаем приведение плеча от периферии к центру. Поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Раз. Два.
три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Сделали. Супер. Сделали мы. Последнее упражнение, последний круг. У меня сейчас 320 калорий, учитывая то, что я начинала с пристретчинга. Включила счетчик на пристретчинге. Сейчас мы с вами начинаем работать над поперечной мышцей пресса. У нас с вами будет 4 упражнения. Причем 2 упражнения мы будем выполнять на повторы, а 2 упражнения на время. 4 упражнения, 3 раунда. Готовы? Давайте приступать. Ложимся на коврик. На спину. Руки на затылок. Наша задача помнить 4 детали. Это классические скручивания, 20 повторений, но помним, обязательно в голове прокручиваем 4 детали. Первая деталь. Отрываем плечи, лопатки под углом 30-40 градусов. При этом слегка подкручиваем копчик, втягиваем низ живота и давим стопами в пол. 4 детали. И с выдохом поехали. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, еще 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь, девять и 10. Хорошо, остаемся в том же положении. Отрываем стопы от пола. Сгибаем ноги в коленях под углом 90 градусов. Руки перпендикулярны полу. Сейчас представим, что у нас на животе, на нижней части нашего живота стоит стакан с водой. То есть эта зона полностью неподвижна. Мы подтянули животик. Эта зона в тонусе. Исходное положение. Опускаем разноименную руку, ногу вниз. И с выдохом вверх. Подтягиваем. Чувствуем, как работает поперечная мышца пресса. Поехали. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, еще 10. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Еще забыла сказать такую деталь. Во время выполнения этого упражнения необходимо сохранять естественные прогибы позвоночника. То есть у вас остается лордоз, небольшой лордоз, естественный лордоз, без гиперлордоза. Естественный лордоз у нас как? Какие естественные прогибы, изгибы позвоночника? Это шейный лордоз, грудной кифоз и поясничный лордоз. Вот все эти зоны остаются в естественном положении. Мы не приплющиваем, не сплющиваем поясницу, то есть у нас естественный лордоз. Здесь напряжение и поехали.
Ну, на втором круге я обязательно напомню. Так, следующее упражнение. Колено-кистевая позиция. Смотрим в пол. То есть наша шея – это продолжение позвоночника. Что мы делаем? Мы сейчас стараемся максимально расслабить, прям выдуть свои животики. При этом у нас идет стабилизация лопаток. Лопатки приведены и опущены. Животик расслаблен, выдули максимально. Естественные прогибы позвоночника. Животик выдули. Хорошо. Расслабились. Грудью тянемся вперед в горизонталь. Тазовые кости смотрят в пол. И сейчас с выдохом, начиная с мышц тазового дна, накатываем напряжение от мышц тазового дна и вверх-вверх-вверх к ребрам. Поехали. Сначала выдули. И теперь с выдохом. Задержались. Задержались в таком положении. Смотрим в пол. Дышим. Должно быть вполне комфортно. Вы должны разговаривать, спокойно дышать. И держим в таком положении. Чувствуем поперечку. Держим, держим еще. Отлично, расслабились. Исходное положение мы с вами не меняем, остаемся в том же положении, то есть колено-кистевая позиция. Колено-кистевая позиция, но теперь мы начинаем с того, что опускаем голову вниз. Максимально опускаем голову вниз и начинаем круглить спину в грудном отделе. Скруглили максимально. Скруглили. Отлично. И теперь, что наша задача, активируя ягодичные мышцы, толкнуть тазовые кости вперед. Давайте активируем ягодичные мышцы, толкаем тазовые кости вперед. Вы должны чувствовать нижнюю часть вашего живота. Стоим. Стоим, стоим. Дышим. Расслабились. Супер, отлично. Идем на второй подход. Меня же видно? Я надеюсь. Так. Поехали, второй подход. Начинаем с классических скручиваний. Поехали. Помним 4 детали. 20 повторений. Втягиваем низ живота, отрываем плечи, лопатки от пола, давим стопами в пол и немного подкручиваем ягодицы. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Еще. Раз, 2, 3, 4, 5. 7, 8, 9, 10. Супер!
Второе упражнение. Помним естественные прогибы. Не сплющиваем поясницу. 90 градусов, перпендикулярно полу. И поехали. Правая рука, левая нога вниз. На животе у нас стакан с водой, представили. Неподвижная эта зона. Чувствуем поперечную мышцу. Два. Подтянули. Три. Подтянули. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Еще десять. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. И десять. Супер! Упражнение лифт. Ах. Колено кистевое. Лопатки сводим, стабилизируем. Смотрим в пол. Грудью тянемся вперед в горизонталь. Расслабились, выдули животики. И с выдохом, начиная с мышц тазового дна, волной поехали, напрягаем. И держим. Дышим. Сохраняем тонус. Это просто суперовое упражнение. Как только вы поймете технику, начнете чувствовать поперечную мышцу, оно будет не таким сложным. Не закачивая, да, кубы, закачивая прямую мышцу живота, животик не уйдет. В любом случае, нужно работать над поперечной мышцей, корректировать питание. Еще стоим. Чувствуете напряжение. И расслабились. Отличненько. Следующее упражнение. Начинаем сгибать шею. Опускаем голову. Круглим спину в грудном отделе. Остановились. И теперь активируем ягодичные мышцы. И толкаем кости таза к рукам. Чувствуем низ живота. Дышим. И задержались. Толкаем, толкаем. Еще немножечко. Расслабились. Отлично. И третий круг. Девчонки, вы помните, что мышцы пресса — это ведь не только прямая мышца живота. Мышцы пресса — это внутренние косы, наружные косы, мышцы тазового дна, квадратные мышцы спины, диафрагма, поперечная мышца, вот самая главная мышца, над которой нужно работать, чтобы убрать этот ненавистный животик, это поперечная мышца. А мы все работаем, привыкли работать над прямой мышцей живота, закачивать ее максимально и надеясь то, что уйдет низ животика. Низ животика вообще не уйдет, закачивая прямую мышцу, вы не уберете низ живота. Смотрите, вот у нас прямая мышца идет, да, живота, и на уровне 5 сантиметров ниже пупка прямой мышцы живота есть такое отверстие.
Сейчас вот, да, прямая мышца живота, она считается наружной мышцей. Вот здесь вот отверстие, которое поперечное, оно внутреннее. В это отверстие, 5 сантиметров ниже пупка, ныряет наша внутренняя поперечная мышца, и уже в этой зоне поперечная мышца становится наружней. Чтобы убрать этот животик, низ животика, необходимо конкретно работать поперечной мышцей. Только с ней, только с помощью работы над поперечкой уйдет этот низ животика. А все привыкли, там, ножницы, низ живота, сейчас натренирую, он у меня уйдет. Нет, не работает так. Надо над поперечкой работать, сейчас мы с вами работаем над поперечной мышцей. Поехали, у нас последний, третий круг. Руки в замочек, на затылок. И начинаем. 4 детали. Плечи, лопатки отрываем. Животик втягиваем. Копчик слегка подкручиваем. Давим стопами в пол. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. 10. Отлично. И поехали, естественные прогибы сохранили. Ручки перпендикулярно, ножки под углом 90 градусов. Втянули животик, эта зона в таком жесточайшем тонусе, просто нереальном. Стоит стакан с водой, наша задача, чтобы он даже не шатался. И поехали. Разноименная рука-нога вниз. И с выдохом. Вернули. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Еще. Раз. Два. Три. 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Супер! Коленная кистевая и упражнение лифт. Тянемся грудью вперед горизонтально, лопаточки приведены и опущены. И поехали. Выдуваем животик. И с выдохом поехали. Накатывает напряжение, начиная с мышц тазового дна. Держим. Еще стоим. Расслабились. Хорошо. Пускаем голову вниз, круглим спину. В грудном отделе. И
И поехали. Активируем ягодицы. Толкаем кости, тазовые кости к рукам. Стоим. Отлично, расслабились. Супер, девчонки. Классно проработали и верхнюю часть тела, и проработали классно поперечную мышцу. Закончили четвертую тренировку, последнюю тренировку в нашей программе. Очень надеюсь, что вам понравились эти тренировки, понравилась эта программа. Я очень старалась, публиковала тренировки через каждые два дня. Для меня это не свойственно, знаете, что тренировки выходят раз в неделю по понедельникам, но я хотела, чтобы программа появилась у вас как можно быстрее, чтобы вы могли ее использовать сразу, а не ждать целый месяц. Очень надеюсь, что вам понравилась такая программа. Пожалуйста, напишите мне об этом в комментариях. И да, мне не так просто записывать видео здесь. Причем такие, знаете, довольно-таки продолжительные видео. Я с вами тренируюсь от начала и до конца. Эта тренировка, я не знаю, сколько займет. Думаю, больше часа точно. Вот. Плюс я записываю в Инстаграм домашние тренировки, тренировки в тренажерном зале. И я отдаюсь вам полностью и хочу отдачи от вас. Пожалуйста, поставьте лайк этому видео, напишите мне какой-то комментарий. Ну, а на сегодня все. Я думаю, что мы увидимся уже, возможно, через понедельник. Я просто не хочу записывать, ну, типа, видео для того, чтобы записать видео. Я хочу что-то подготовить, что-то эффективное, чтобы оно работало, действительно работало, как я уже сказала, не видео ради видео, а видео ради того, чтобы был какой-то результат. Все, девчонки, увидимся в понедельник, какой точно не скажу. Пока-пока.